Сейчас идет капитальный ремонт спортивной площадки и стадиона в школе номер 45 на 50 лет в ЛКСМ. Там появится новое футбольное поле, беговые дорожки, спортивные турники и тренажеры. В настоящий момент подрядчик приступил к укладке футбольного поля, до этого выполнив полностью все работы по подготовке основания. Резиновое покрытие также уже нанесено в основных зонах. Осталось только разместить резиновое покрытие на площадке под малые спортивные формы. Это тренажеры, турники, ну, все, что касается силовой стороны. Всего в этом году отремонтируют 22 пришкольных спортивных объекта. По 14 адресам аукционы уже проведены, контракты заключены, и подрядчики уже вышли на работы. Помимо стадионов, в этом году ведется капитальный ремонт 5 школ. Диана Иванова, Виталина Хомякова. Новости на Восьмом.